Для танкистов, сразу сообщаю, для танкистов в комментариях. Это не канал Евгения, это не его канал, это мой канал. Я комментирую просто, это моя реакция. Ну вот нравится нам сидеть и обсуждать. Не канал это Евгения, не надо тут гундеть. Спасибо за понимание. У него лицо уже недовольное. Добрый день. Добрый. Если он добрый. Ну, у нас вроде нормальный. У нас тоже как бы ничего. Ну, значит, добрый день. Да. Вы откуда? Санкт-Петербург. А вы? Украина, Запорожье. Понятно. Сейчас там находитесь? Нет, сейчас в Польше. А, понял. О, в Польше так. 5 лет живу в Польше. Да, понятно. Как, кстати, в Польше? Что интересного там? Поляки ненавидят всех украинцев уже походу. Кто-то есть? Блин, да как в любой стране. Понятно. Работа, деньги, семья. Ну, главное, что работа есть, значит, да, есть на что семью кормить. Ну, я думаю, везде работа есть. Ну, говорят, не везде, да. Говорят, не везде, да. А где нет? Ну, я вот знаю, что многие украинцы мне попадаются, многие уехали из своей страны. Говорят, что там, ну, либо платят мало, либо работы нет вообще. Ну, а как вы... Где, говорит, работы нет? А что уехал тогда с Украины, раз там работа есть? Блин, понимаете, почему сейчас, в принципе... Ну, сейчас я понимаю, сейчас не выпускают. Женщины, дети, да, уезжают. А при чем не выпускают? А почему уезжали? А, мужчины? Женщины. Почему уезжали? Да, ну женщины уезжали в основном, чтобы, ну, жизнь свою сохранить. Ну, а почему они боялись за свою жизнь? Ну, наверное, потому что война идет на территории Украины уже давно. Вот, а вы не боитесь такие слова говорить в эфире? Да, у нас можно любые слова говорить, ничего страшного. Нет. Так у вас гражданская война идет, мы-то что бояться? Это вам надо бояться такое говорить? Нет, так, ну, не дай бог Владимир Путин или правительство услышит, а он услышит. Это же не война, войны нет. Ну, вы знаете, у нас можно говорить. У нас можно говорить все, что угодно. Ничего страшного в этом нет. Я окей. Окей, Google. Можно говорить война? Сам ты дурак. Если ничего, что я записываю, нет? Да, ничего страшного, можете записывать. Я тоже записываю. А что такого я сказал, что нельзя говорить? Я тоже записываю, все нормально. Вы сказали, что война идет. А на территории Украины идет война уже давно. Владимир сказал, что нет войны, это спецоперация. Не, ну вы как думаете, когда война началась на Украине? А вы как думаете? Ну, я знаю, что в 2014 году, да. Украина почему-то назвала ее антитеррористической операцией, но украинцы почти 8 лет убивали украинцев, да. Ну, это вы так думаете. Не, это не я так думаю, это, как говорят, это думает мировое сообщество. Смотрите, ну, нам делать больше нечего, друг друга убивать, да? Ну, как у вас? Послушайте, а зачем вы тогда напали на Украину, если украинцы сами себя могут поубивать? Я и хотел вас спросить, а когда Россия напала? Ну, вот смотри, а в 7 месяцев уже... Не, подождите, вот вы сами... Спасти... Вы сами себе противоречите. Говорите, война началась 8 лет назад, а Россия напала на Украину 7 месяцев. Нет, 7 месяцев это полномасштабная... Так, давайте... А то не полномасштабная война, а то полномасштаб. Тогда давайте называть полномасштабная война и просто война. Давайте определимся. А что было в 2014 году? Просто война. Оккупация Крыма. Нет, в Крыму войны не было. Нет, так без единого выстрела. Нет, мы с вами про войну говорим. Я тогда в Крыму был, я командир. Но мы же с вами говорим про войну. Понимаете, мы говорим про войну. В Крыму войны не было, даже боевых действий не было в Крыму. Пусть расскажет, что там в Крыму было, интересно. Даже 4 человека, которые погибли, они погибли не от боевых действий. Я тебе еще раз говорю, Крым... захватили просто без единого выстрела. Ну, это понятно. Крым, да, ну, ушел в Россию. Смотрите, так а война-то с чего началась? Под,
послушайте меня, как было. Ну как послушайте? За год никто, и Путин, никто, наших войсков... Войсков, ну все-все, войсков, попедрят, войсков, все нормально, не ссы, братан. Украинский язык, он такой. Военных не было. А потом через год, да, это наши войска были. Нет, при чем здесь не Путин? Мы с вами разговариваем. А мы разговариваем с вами. Вы из Запорожья, я из Санкт-Петербурга. Мы с вами общаемся, да? И я вас спросил, когда началась война, вы не можете сказать. Как я не могу сказать? Ну, подождите, вначале вы сказали, что война началась в 2014 году, а потом сказали, Россия вступила только 7 месяцев назад. Я так и понять не могу, когда Россия-то напала. 24 февраля полномасштабная... Вот, то есть с кем вы воевали с 2014 года, вопрос. Не украинцы убивали украинцев? Нет. Воевали с Россией 8 лет. Без России. Просто была война с Россией, но Россия не пришла. Мы 8 лет на войне фигачились. А 24 февраля, опа, и Россия на войну пришла. Оу, мы такие, нихуя. А чё вы пришли-то? Мы вас это, не бейте, погодите, стойте. 8 лет воевали, пока России не было. Нормально, побеждали. Как только Россия на войну пришла, что-то не пошло. Россия. Давайте еще раз пройдемся. Россия вступила в этот конфликт... Смотрите, на Донбассе как происходило. То есть вы считаете, что у каждого Донбасса был танк? У каждого Донбасса был личный танк. Да, ключи от танка. Он выходил с утра так. Пип-пип. У всех там по танку заебал. Это граната бьет. Нет, конечно. Нет, конечно. У каждого, не у каждого. Да. Откуда у них оружие? Откуда у них оружие? Они сами сделали из напильника. Знаешь, берешь такую болванку железную, хуяк. Берешь волшебный напильник на 7. О, калаш, заебись. Семёныч, ебани мне танк. Давай сюда, болванку побольше неси. Тебе какой? Т-90? Хуя ты охуел. 72 будет. 90 не могу. Напильник не тот. Все, забирай. Ну, оттуда же, откуда и украинцев оружие. Все из тех же источников, те же склады, те же воинские части. Советское оружие в основном. Да? Да. Вот так? Конечно. Да? А, и самолеты там, Боинг сбили тоже... Нет, самолеты Боинг не сбивали. Самолеты сбили Боинг? Чё? Ты чё, рыжий, попутал? Какой самолет Боинг сбил? Нет. Да, Боинг сбили... А почему весь мир считает так, а вы считаете... А, почему весь мир считает так, как не ты? А ты считаешь, что мир считает так, как считаешь ты? Какая-то несостыковочка в подсчетах. Ну как мы считаем? Боинг сбили из Бука. Говорят, что из Бука, да. Все говорят. Но не из самолета. А Бук это не самолет? Бук. Бук это такое дерево, Бук. Оно летело. Там самолет в Буке. Выскочил. Стрельнул. Хуяк в Бук опять залетел. Спрятался, приземлился, сидит. Это чей Бук был? Самолет Бук чей? Бук чей? Крым наш, а Бук чей? Чей Бук? Не знаешь? Ну и молчи тогда. Сидит он. Ну, говорят, что это Бук. Говорят, что Бук был украинский. Но почему-то все мировое сообщество... Почему-то все мировое сообщество до сих пор нихуя не решило. И суд до сих пор идет, и никто ничего не доказывает. Новости смотреть надо. Это какое мировое сообщество? Какое? Ну, я и Серега. Мы мировое сообщество, блядь, из Польши. Серега вот, ну, он сейчас, он пока спит, не будем будить его. Вот Серега и я, мировое сообщество, мы считаем, что это российский Бук, самолет. Самолет Бук российский. Чуть не оговорился по Фрейдычу. Ну, все. Ну, вот... Ну, кроме... подождите, кроме этой... Этой, как ее? Малайзия, чей был самолет, они не согласны с тем вот решением, что в Гааге придумали. Малайзийцы говорят, премьер-министр Малайзии...
Премьер-министр Малайзии сказал, что не верит расследованию. А это самолет малазийский был. Понимаете? Ну вот, видите, такая война-то все-таки когда началась? Можете сказать? Вы говорите, что Россия в 2014 году напала. А что случилось? В Крыму войны не было. А что было на Донбассе? Донбасс захватили. Когда? В 14 году. Ну, кто? Какого числа? Вы знаете, война началась? Какого числа? Это не война была. Это захват территории был. Это захват территории без войны. Захватили территорию, но российская армия не пришла. Российская армия дистанционно, по интернету. Она так заходит, так. Так, создаем группу Донбасс. Ага. Все, мы, Россия, захватываем Донбасс. Вы согласны? Да. О, все согласны, смотри. Все, мы захватили Донбасс, но мы пока не придем. Придем попозже. Вы оккупированы. Сдувайтесь, руки вниз. Ибо руки вверх уже занято. Жуковым. Все, договорились. Подождите, кто захватил? Российская Федерация. Вот с чего это началось? Каким образом это произошло? По интернету захватили, Евгений. Вы не потому шарите. Что, блядь, России делать нехуй. Ага. У нет, себя это... в стране порядка. Но это вы ругаетесь матом сейчас. Ну, послушайте меня. Да, так а вы украинец. Не знаете. Не может порядка сделать, так. А лезет в чужую страну. Да. Вы украинец, не знаете, когда Россия на вас напала. Он в Польше. Блядь, я конкретно на тебе говорю, 24 числа, 24 февраля, полномасштабное вторжение. Так. Все, то есть 8 лет украинцы... А перед этим было политическое, блядь, геноцидная война. Геноцидная война была. Была дистанционная, потому что коронавирус был в 2014 году. Поэтому российская армия не могла прийти на Донбасс. Поэтому она дистанционно оккупировала Донбасс. Дистанционно. Вот. Послали всем смс-ки, создали чат, все захватили. Эти там пришли, воевали с Россией, но Россия была у себя, эти здесь. Потом ковид закончился, и россияне такие, о, все, пойдем, закончился ковид. Все, пойдем, мы идем, пацаны, идем на войну. Все, пришли, все нормально, все почел. Что, не знаю, что Евгений недовольный, я понимаю, все четко, все по полочкам. Красавец поляк, просто, ну, персик, иди клубничку подай, заждалась тебя.